вот. Его прогнала Алиска, потом он что-то, кто кого цапнул, я не поняла, какого оно пола, я вообще не знаю. Это кот, оказалось, Чистяковский. Я думала, Тоша, но Тоша был похожий кот. Его дело ходить и метить траву. Он что-то завопил на этого. Ты кто? Кот. А, кот. Вот первый раз такого вижу. Ты чей кот? Мне кажется, у него что с глазками. Какого он пола, он мне не хочет говорить. Кот, подними хвост. Пошел. Я так и думала, что он к Галкинскому дому ходит. Потому что там такая тропинка явно протоптанная каким-то таким животным. Я тут вообще как бы сено собираю. Сейчас кусок перчатки был. Рука у меня пропиталась слегка смолой сосновой, которая тут валяется. Ну, в смысле, ветка. Алиска куда-то заныкалась. Кот. А, кот. Покажи свой пол. Вообще он сначала вел себя так, будто мама-кошка потеряла котят. Я с ним помяукала, под конец он свалил. Но потом снова пришел. Мук. Кот, жопу покажи. Тут у нас еще был рыжий, другой кот. Он все хотел поиметь котенка, в прямом смысле. Потому что котенок женского пола, ему другие, видимо, уже не катят. Кот с легким недоебитом, круглогодичным. Как их всех звать, вообще без понятия. Они иногда они на Васик откликаются. Кот, ты у нас кошка или кот? Эх, блин. Ладно, может, вы тут как-то разберетесь, а я сено пойду поворочаю. И где у меня мелочь? Я еще как поняла, что тут что-то неладно. Помимо моей кошки есть еще кто-то. Птицы так что-то верещали. А тут он вообще такой, ну, лежит ему пофиг, да? Правда, он сначала на этого повопил. Страдалец. Вообще так свет падает, кажется, что он белый, но он там наполовину рыжий. Мне, видимо, он уже больше не интересен. Алиска, а тут грабель. Меня с граблями испугалась. Кот, а кот? Или кошка? Чё ты все взвываешь жалобно? Я ему уже посоветовала соиться любовью с рыжим котом, который все хочет кошку. И теперь на другой конце деревни вопит о своей несчастной любви или хотении. Кстати, или она такая Юрка, или они такие жирные, что уже отвыкли от прыгания по деревьям и тому подобного. Во! Он смог запрыгнуть на лавочку. Достижение, кот. Мне вообще еще за домом сено убирать. А я тут с вами шарахаюсь. Не, вообще тут много кадров было, но как бы пока ходишь за камерой, за телефоном, они же все разбегаются уже. А тут телефон уж рядом, чё уж. Главное, гладится он почему-то не дает, сразу боится. Кись. Мелкая рычит. Урчит или типа того. Мяу. Мяу. Сейчас не реагирует. Мяу. 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 Блин. Мяу. Мяу. Мяу.
Ай, да не урчи ты, чучело. По-моему, больше ты его гоняешь, чем он тебя. Ой, да не боись ты, рыжий кот, я тебя не съем. Или рыжая кошка, черт тебя знает. Или рыжее оно. Сегодня она поймала шестую мышку. Иди сюда. Иди, я тебя поглажу, котик. Мы так и не поняли, какого ты пола. Но ты явно не как рыжий кот, который хочет чего-то интересного. А любопытная Варвара пошла. Чё? Я думаю, рыжий кот сломал мне тут мой водосбор, или это чучело. Потому что они почему-то... Ну, прыгать-то они не могут, они шастают только через забор, как слоны. Кот, да мне просто глянуть, какого ты пола, а? Потом кто-нибудь будет обсуждать, как Лёля бегала за котом с телефоном. Ах, ну и ладно, пойду я сюда тогда грибать. Слушай, ты уж определись, что ты хочешь. Комары жрут. Кошка куда-то свалила. А, тут она вроде. Алиска? Осторожнее со цветочком. Да, вон ты мелкая, то цветочку ничего не сделаешь. Водосбора-то. Васька, 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 Васька. Или Муська, Муська, Муська. Ксюшка, Ксюшка, Ксюшка была у бабушки Нина, кошка, Ксюшка. Кот. А, кот. Алиска. Котик, а котик. Котик. Крадется. Она осмелела. Ой, птичка там по дороге шарахается. Ты тоже видишь ее, зритель? Вон тут трясогузка. Ну давайте уже решайте свои проблемы, я пойду себе на грибу.
Блин, комары жрут. Алиска, давай узнаем, какого оно пола. Мо-мо-мо-мо. Кот, дай я тебя на тебя посмотрю, а? Мя-мя-мя. Галя ловит кота. Помнится, одни загадочные животные обсуждали меня за какой-то ролик, где я там ежика палочкой тыкаю. На момент покажи себя, ежик. Да, с одной стороны мелкая кошка, а с другой стороны ее хозяин. Кот. Кося, а Кося. А, все-таки ты кот. Все-таки это кот. Все-таки это кот. Ну, кошки-то вроде как бы это не помечают место. Кот, который еще не понял, что она кошка, и вроде как не хочет ничего от кошки. Но какой-то очень робкий. Я поймала комара. Комар. У-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Ладно. Кот, живи спокойно, я пошел обратно. Алиска. 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 Алиска, куда по дрова-то, стрекозель? Кошка смелела. Кошка смелела. Беги мимо меня, я тебя не съем. Я уже поняла, что какого ты рода. Блин. Жрут, все жрут, жрут. Блин, в ухо летит. Удивительно робкий кот. Чей ты рыжий кот? Иди туда, иди, иди, иди. Иди туда, иди. Алиска, учись на нем, он такой робкий, дашь ему по морде. Будешь мочь давать рыжему по морде. Ты ведь не догоняешь что-то котеночек, да? Не то, что он по размерам тебя меньше. Там что-то интересное.
более интересная, чем непонятный код. Охота кого на кого. Крадется. Урчит и крадется. Алиска, это большая мышь, ты можешь ее съесть. Вот так же она урчала, когда хотела сфоткать ее с мышью. Я тут другой рукой чешу ту руку, которая держит телефон, потому что ее кусают комары. Васька, может, домой пойдешь уже, а? Или как там звать тебя? Ладно, еще немножко, я отрублюсь. Кот, сидел бы ты ровно, она бы тебе подошла? И тогда бы ты вякнул. Есть там кто? О!
Не гоже на котеночка наезжать, чувак. Мелочь, пошли. Птичка вас тут отвлекается от своего гнезда. Лиска. 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 Иди к дому. Че, уже не реагируешь на топ-топ? Эй, рыжий кот, свали, а. Пуганая ворона. Тут птичка привлекала внимание, боялась, что к гнезду подойдут. А, ты меня по лапе уже цапаешь, да? Видимо, это может длиться вечно. Да, вон там птичка прикидывается раненой, чтобы отвлечь внимание от гнезда на себя. Ты совсем одурел, что ли, а? На маленькую кошечку наезжать. Ранишь мою кошечку, башку тебе откручу и жопу засуну. Образное выражение. Кот, не охреневай. Это маленькая кошечка, ей 3 месяца с хвостиком. Нашел мелкого, на кого можно наехать. Иди он с рыжим ругайся. Или с этим пушистым, которому до тебя дела нет, я так понимаю. Мы. Ладно, 20 минут я тут уже снимаю. Пока, наверное, зритель.